грибы чищу, уже практически почистила, много червивых, много повыбрасывала, пообрезала. Но есть и хорошенькие. Хорошенькие у меня идут в закрутке, наверное, вон я это дело все очищаю. Может, баночка получится одна. Сделаю. Не красавец? Еще какой красавец. А такие покрупнее беру, в сушку кидаю, пусть посушатся. Сушеные тоже хорошо идут. Сейчас с сестрой разговаривала, она говорит, ой, мне сушеных дашь? Естественно. Вон у меня уже партия прошлые, которые посушились. Сушеные грибочки. О, этот чистенький, идеальный. Просто идеально чистый. Этот пойдет у меня в баночку на 4 части. Это все буду мыть. Сейчас сухая чистка от всякой, все, что осталось, все, что не счистила там, в лесу. А потом такие ножки сразу в сушку кидаю. Перед тем, как сушить грибы, их не моют водой. Счищаю только, чтобы они были чистенькие. И все. Очень мало. Не пошли массово грибы. Очень мало. Тоже хорошенький, чистенький. Ножка пойдет на сушку. А сам грибочек пойдет у меня в этот, в баночку. Кстати, шампиньоны, которые собирали сегодня, все вот разрезаю. Все с червоточинами выкидываю. Вон у меня уже отбросила лишнее. Приятное дело это собирать. Хорошо, я сегодня за лисичками не гналась. Если бы я еще лисянку собирала, это был бы вообще ужас ходячий. Внутри червивые, а вокруг нет. Сушеные грибы, они у меня идут, знаете, как приправа. Суп, борщ. Я прям туда зимой. Очень вкусно. Мне нравится более насыщенный вкус у бульона. Тем более, что мы, например, не любим мясные бульоны. А с грибом сухим вообще классные. Да и куда угодно. Можно и просто суп сварить. Сушеные грибы замочил. Красавец. Идеально чистый. В банку пойдет. Красавчик. Красота. Подосиновичек. Какой миленький, красивенький. Тоже в банку пойдет. Я думаю, он чистый. Сейчас разрежу. Да. Чистый полностью. Классный. Оставлю его таким. Все уже практически дочистила. Конечно, ходишь по лесу, грибочки собираешь, красота. Домой приезжаешь и начинается сушка, чистка, мойка, закрутка и все вот эти вот сопутствующие работы. А без этого никуда.
Зато зимой баночку откроешь. О, благодать. Молоденький. Ой, посмотрите, какого я нашла. Шикарный, да? Просто шикарнейший. У меня муж начистил картошки, хочет пюре. И котлеты будут у меня, пюре с котлетами. Не знаю, может быть, в прямом эфире, может быть, нет. Пока не решила. Давайте разрежем этот грибок. Идеально чистый. Тоже в баночку уходит. Ну и все. Полная сушка. Эти огрызки, которые червивые, выкидываем. Я еще в лесу все чистила специально, чтобы не было ничего лишнего. Много вырезала в лесу. Ну и то, что не вырезала, довырезала здесь. И на балкончик сушиться. Сейчас, погодите. А это всего лишь то, что у меня пойдет для маринада. Сейчас я их вымою и поставлю, отварю. Красота еще какая. Запах грибной у меня тут по всей квартире шикарный.